Сегодня Харьковский зоопарк приехал в гости к ученикам учебно-воспитательного комплекса имени Короленко. Это детки, которые имеют особенности со зрением, они плохо видят. И когда только дети заходили в зал, было видно, что они уже в предвкушении встречи с животными. Такие мероприятия на самом деле очень важны, потому что детки достаточно у нас эмоциональные, они всегда очень рады общению с живым миром, с животными, они всегда с удовольствием принимают участие в любом общении. Именно контакт с животным миром – это просто замечательно для детей. Для них каждое прикосновение к новому, к животному, они, естественно, ощущают. Мы нигде не можем потрогать больше, как только вот этот контактный зоопарк. Это очень важно и очень, конечно, перспектива для детей. Мне больше всего хочется потрогать ежика и лисицу. Почему? Потому что я никогда не трогала лисицу, и моя мечта была потрогать лисицу. А в деревне я узнала, что там бегают ежики, и я не могла потрогать их. А теперь я хочу их потрогать. Я не хочу ежика трогать. Я хочу потрогать зайчика. Он пушистый. Я его очень сильно люблю. И вот такие ушки на матушке. Ну, только другие на катушке. Но настоящее счастье началось немного позже, когда в свои права вступил наш замечательный клоун Федя. Клоуну удалось активизировать деток максимально, вот их мобилизировать, их активность. Они участвовали в различных играх, конкурсах, викторинах, соревновались командами. По реакции детей, прежде всего, я вижу, что как бы, ну, это интересно, это ярко, да, бублик. Тем более, что когда я выхожу на какую-либо площадку вот с таким маленьким симпатичным хищником по кличке Бублик, естественно, бублика я переиграть не могу. Это животное маленькое, симпатичное, компактное, очень-очень обаятельное. Наш бублик умеет выполнять просто такие акробатические трюки на мячике. Может стоять в просто-таки солдатской стойке. То есть бублик произвел неописуемый восторг. И по завершению этого шоу у каждого из деток была возможность дотронуться до кролика, пообщаться с ним, сфотографироваться.